что ж, дорогие друзья и коллеги, я очень рад, что вам понравились наши видеоролики и то, что за короткое время мы увидели много просмотров. Но все не так просто. Вы задаете вопросы. И на эти вопросы я постараюсь для вас ответить. Но один из вопросов — это по опылению. Вот почему же шмель может причинить вред растению? Да все очень просто. Шмель — это крупное насекомое, такое с бандитским характером. И естественно, когда он к нежному цветочку клубнички прилетает, то он может частично его повредить. То есть, ну, где-то недоопылил, где-то подмял пестики, ну и так далее, и так далее. И в результате получится, может, немножко корявенькая ягода. Может быть, кто-то на эти вещи не обращает внимания. Может быть, клиенты ваши, заказчики, потребители скушают все подряд. Но это не везде так. Кое-где, значит, люди внимательно подходят к качеству продукции. Так вот, пчелка работает более нежно и ласково, она меньше по размеру и работает аккуратнее на цветочке клубнички. Но кроме этого, для нее нужны более благоприятные условия. То есть, вот те температуры, та освещенность, при которой вы уже начинаете получать цветы, завязи, для пчелок это не очень так благоприятно. То есть для них это пока что еще прохладно, иногда света не хватает, и вот ну ни в какую, ну не хотят они работать, и все. Вот. Поэтому, конечно, в летний период там вообще проблем нет, а вот в зимний, в осенний, в ранний весенний, в поздний осенний период, конечно, проблемы есть. Тут уж никуда не денешься, приходится работать со шмелями. Но шмели тоже есть определенные проблемы, потому что нужно периодически завозить новые семьи и так далее, и так далее. Но кроме этого, в Америке умудрились найти еще одного опылителя. Можно сказать, я бы сказал бы вообще почти совершенно безвозмездно бесплатного. И что же это за опылитель? Муха. Так называемая вот эта вот зеленая блестящая муха. Но я вам тут напишу название, как это называется, чтобы вы там нашли по Википедии там, или где вы там найдете, неважно. Так вот, значит, как же можно такого опылителя получить у себя в тепличке? Это несложно. Значит, найдите того, кто производит и выращивает опарышей для рыбаков. Рыбаки очень любят ловить на опарышей, хорошо рыбка клюет, все отлично. И есть целая отрасль производителей вот этих самых опарышей, то есть наживки на рыбалку. Так вот, на здоровье берите вот этих вот опарышей, вернее там, ну они постепенно превращаются в куколок там и так далее, из них вылупляются мушки, которые аккуратно, оказывается, могут опылять клубничку. И так как, если вы работаете в теплице, теплица закрыта, никуда эта муха не денется, и будет она опылять клубничку. То есть личинки у нее кушают очень-очень такие неприятные вещи, а вот сама муха, она, видите ли, любит нектар. Поэтому она является опылителем. Вот это то, что касается опыления. Теперь, значит, задали вопрос по субстрату. Его надо промывать и так далее. Да, все правильно. Смотря какой субстрат. Вот, допустим, тот, который производится в нашем совместном предприятии в Шри-Ланке, его промывать не надо. И об этом вы можете узнать у тех, кто пользовался нашим субстратом. Ничего там промывать не надо. Но некоторые субстраты действительно нужно промывать. Почему так? Один нужно, второй не нужно. Значит,
Вопрос заключается в технологии производства. Есть субстраты, которые, в общем, чтобы получить вот это вот кокосовое волокно, вот это вот эти отходы кокосов, то есть скорлупа, она должна валяться в воде, киснуть там, что-то там, ферментироваться и так далее, длительный период времени. То есть это может быть год-полтора. И очень важно, в какой воде это происходит. Так вот, разные производители кокосового волокна, кокосового субстрата, они находятся в разных точках земного шара. И вот у одного производителя вот это все происходит в прудах с пресной водой, а другие, еще морочить голову с этой пресной водой, тут он где-то на берегу океана, а там навалом морской воды, и вот вымачивают в морской воде. Ну, обычно вот индусы, они там не заморачиваются, они стараются что-нибудь там слепить попроще, подешевле. Естественно, в морской воде вымачивать гораздо дешевле и проще. Но это же морская вода, в ней куча солей. И вот этот кокосовый субстрат, который вымачивается именно в морской воде, вот в нем содержится большое количество солей. И такой субстрат, конечно же, нужно промывать. Поэтому все зависит от того, у кого и какого качества субстрат вы покупаете. От этого зависит дальнейшая технология работы и применения. Ну и последнее, был такой вопрос, а вот что там где-то тройничок, а вот чего мы не увидели, где ж там эта капельная трубочка отходит? Ну что ж, друзья. Ну, я постараюсь, значит, сейчас вам найти фото там, где это видно, где это понятно. И хочу дополнительно сказать одну интересную вещь, потому что там это подробно не обсуждалось в первом видеофильме. Значит, речь идет вот о чем. Использовать нужно специальную капельную трубку или наружные капельницы. Ну, допустим, если это капельная трубка, это просто дешевле и проще. Ну, во всяком случае, у нас тут Израиль. Если это куда-то туда к вам отправлять, тут уж я не знаю, что дешевле получится. Потому что транспорт, таможня, ну и прочие там ребята, которые хотят на этом деле поживиться. Так вот, значит, нужно использовать, если это капельная трубка, то в обязательном порядке это должна быть компенсированная антидренажная трубочка. То есть там специальные компенсированные капельницы, которые вот после выключения, после прекращения подачи воды, они сохраняют определенное давление в этой капельной трубке. И как только вы включаете воду, моментально из всех капельниц в ту же секунду начинает капать вода. Ну, вернее, питательный раствор. Это очень важно. Потому что попытка применить какую-нибудь, пардон, какашку, дешевенькую, простенькую, ну это ж проще, ну это же оно же дешевое, да, под ногами валяется. Ну что-нибудь там некомпенсированное, что-нибудь, ну от братьев китайцев, от других братьев, ну предположим там турцы, там еще что-нибудь. Значит, какую-нибудь какашку дешевенькую, это приводит к печальным последствиям. Потому что вода из этой трубки через вот эти примитивные капельницы, она уходит. И когда вы подаете воду, включаете воду, подаете воду снова, пока она дойдет до конца, спереди, в начале ряда, у вас будет болото. Ну а в конце там так слегка такая небольшая пустынка. То есть водички хватать не будет. Поэтому очень внимательно относитесь к подбору оборудования для вот этих систем капельного орошения. Значит, наружные капельницы точно так же должны применяться, значит, компенсированные с антидренажом. Есть такие. Так вот, что еще очень важно? Очень важно, чтобы расход воды из каждой отдельной капельницы был минимальный.
минимальный. То, что мы имеем на сегодняшний день минимальный расход воды для наружных капельниц, это в районе 1 литра в час. А вот для некоторых высококачественных капельных трубок это может быть 0,8 литра в час. И это замечательно, это отлично, потому что мы-то работаем на малообъемной гидропонике, нам же не нужно лить тысячи тонн воды. Мы очень экономно расходуем воду. Вот поэтому внимательно подходите к этому. Не пытайтесь сэкономить 3 копейки. Улетят миллионы. Ну, за счет неограниченных объемов дренажа, за огромного количества удобрений, спущенных в канализацию там или куда-то. Поэтому 3 копейки, которые сэкономите в начале, очень болезненно отзовутся потом. Ну, я надеюсь, что я смог ответить на некоторые вопросы, вот, которые там, значит, уже были заданы за этот короткий период. Ну, будут еще вопросы, но постараемся еще ответить. И будет продолжение того видеоролика. Потому что, видите, то, что я рассказываю, ну, это все отлично, все замечательно, все прекрасно. Но когда вам преподает доктор сельхознаук, которая проработала всю свою жизнь вот именно в этой сфере, она занималась всю свою жизнь, всю свою карьеру вот именно клубникой, я думаю, это лучше. Но и, наверное, вы ей все-таки поверите больше, чем мне. Так, ну что ж, с вами, ну, вы сами уже все это поняли, Агрошериф ТВ, естественно, Агроакадемия. И я вам расскажу еще не только это. Так что смотрим канал Агрошериф ТВ. Ну и, наверное, на него подписываться надо, я так думаю. Всего доброго.